У нас появились новые маршруты, это олимпийские маршруты, это горный кластер, это прибрежный кластер, и мы с удовольствием, и наши туристы с удовольствием слушают нас и смотрят все изменения, которые произошли в нашем городе. Стало очень много, большое количество спортивных мероприятий, именно спортивных мероприятий, не секций, а спортивных, тоже объединяет, опять-таки, здоровье нации в первую очередь. Третье, открылось много спортивных секций. После Олимпиады стали больше стремиться заниматься различными видами спорта, и в том числе и фитнесом. И отмечаю, что на улицах стали появляться спортивные люди, люди на велосипедах, на роликах. Я хочу в первую очередь пожелать здоровья, удачи, хорошего настроения, чтобы такие солнечные дни, как сегодня, у нас были 360 дней в году, и самое главное, чтобы наши жители улыбались.